замена команде ГДР. На подаче у нас продолжает находиться Любовь Козырева. Замечательно делает свое дело. Затрудняет прием соперницам всякий раз. Ну и вообще, в общем и целом, советская сборная в эти минуты играет просто блестяще. Очень собрано, гармонично во всех элементах. В защите, на блоке великолепно действуют наши девушки. И это отражается на счете. И самое главное, что блестяще играет молодой игрок Елена Хаминова. Это номер 4. Сейчас она находится на передней линии. Вот в четвертой зоне она как раз располагается. И следует, это у нас вырабатываем доигровку, следует передача как раз в четвертую зону под атаку Хаминовой. Хаминова не забила в данном случае. И немкам удалось все-таки сняться наконец с этой расстановки, неудобной, неудачной для них. После атаки, естественно, Бригитты Фейцер. А вот и крест сейчас в исполнении наших затевался, но не удалось. Не удалось. Немки разгадали. Да, разгадали передачу, угадали. Да. Подача в сетку. Ошиблась Анке Вестендорф. Они уже подустали, это видно. Во-первых, подустали, во-вторых, наверное, у них все-таки стресс случился. Конечно, после проигранной партии. А Людмила Чернышова продолжает атаковать уверенно. Да, когда они отдали вот, третий сет, наверное, я неспроста тогда сказал, что это был, наверное, момент истины и кульминация всего этого матча. Да. Отдать партию со счета, проиграть партию со счета 13-7. Тяжелый удар психологический для любой команды. И сейчас 5-0 вести. Да, но они, тем не менее, да, начали четвертую партию. Очень здорово. Побили 5-0, но вот сейчас мы видим, уже проигрывают. 6-10. А там был момент, сейчас уже набрали немцы 6 очков. 9 очков подряд. Я записан. Со счета 0-5. Наши сделали счет 9-5 в свою пользу. 9 очков подряд набрали. Лена доставит. Плохая доводка. Атаки у немок не получилось нормально. Какой розыгрыш. И в аут улетает мяч. И счет становится 11-6. Забивает. Не сдаются. Ну, естественно, это кто у нас был в атаке? 12 номер показывает крупным планом, да. Катарина Булин. Четвертой зоны атаковала. Но мы отмечали в самом начале трансляции, как одного из ведущих игроков этой немецкой команды. Вот Чернышева четвертого по четвертому. Отыграла подачу. Очень важную. Же нельзя не заметить, что судьи были добрее, так можно что ли сказать, в те времена, вот, во всяком случае, до нынешнего момента, ни одной ошибки при выполнении второй передачи они не зафиксировали. Несколько раз они свистели у наших, но их было немного. Ну тогда в глаза не бросалось. Да. То, что сейчас судится регулярно. Ошибка при выполнении подачи. Дело в том, что, как правило, к хозяевам относятся всегда более лояльно. Это не только команде страны, где... Вернее, команде страны, где проходят соревнования. Четвертый номер вышел на площадку. Наш соперник Кристин Вальтер Монхарт. Да, так здорово в защите сейчас немки отборолись, а вот вроде бы несложный мяч, отскочивший от нашего блока, не подобрали. В результате переход подачи. Вот она, не первый раз. Неспроста, как раз оговорился, да. Ну вот,
запоминающийся момент. Действительно, явная ошибка. Двойное касание мяча. Вот это о чем я говорил. И напряжение. Да, и действительно, опять же, до четвертого сета качество выполнения подач было очень высоким с обеих сторон. Мало ошибались. Вот, пожалуйста, ошибка на приеме, это то же самое, усталость. И уже 13-6. Уже 13-6, да. Вау, посылает мяч наши волейболистки. 6-13, соответственно. Вот что значит малая спортивная арена. Сколько тут, какие забеги, да? Сколько места для выполнения подачи игроков. Ну и не справляются. Действительно, непростая подача получилась. Вот Лена Хамидова отыгрывает важную подачу. Ну вот уже видно, заулыбались наши девушки в предчувствии скорой победы. До сих пор напряжение их не отпускало, и все было очень зыбко в этом матче. А все-таки сейчас первые улыбки появились на лицах наших прекрасных волейболисток. Они уже чувствуют, что свое... Это Люба Козырева отыгрывает важную подачу. Счет 14-8. Становится. Ну, тут уже идет 14-7. Методическое, 14-7, да, методичное добивание, скажем так, соперниц. Первый матчбол. И все. Да. И все. Последнее касание выполнила в этом золотом матче Елена Хаминова, та самая, которую вы отмечали. По ходу репортажа не раз. Вышла она на замену. Очень удачно. Четвертый номер. Вот она. Крупным планом. И бросаются, естественно, девушки в объятия друг друга. Смотрим на повторе, как это было. Последнее золотое касание в этом финальном поединке, которое посчастливилось выполнить Елене Хаминовой.